Сейчас я вам покажу упражнение, которое называется энергетический душ. Его лучше всего делать утром. Как оно делается? Вы берете, сгибаете локти, ладошки, и на вздох вы вытягиваете руки наверх. Это упражнение можно делать как сидя, так и стоя. Я буду показывать его сидя. Вы сгибаете руки в локтях, зажимаете в кулачок, и на вздохе вы выбрасываете руки наверх. Отдохнули. То есть на вздохе вы энергично выбрасываете руки наверх, на выдохе вы их сгибаете и еще как бы бьете себя по бокам. Если, допустим, вам тяжело делать это упражнение, вы можете делать облегченную версию, это невысоко поднимая руки. Сколько раз? Делайте 20 раз, пауза, еще 20 раз, пауза, еще 20 раз, всего 60 раз. Если вы хотите сильно и быстро увеличить энергию в теле, вы можете это упражнение делать очень быстро и делайте 100 раз. Тогда вы прям сразу же почувствуете такой прилив сил и энергию. Давайте сделаем последний раз и будем делать очень быстро. Я его сделала 10 раз. Если вам нужно прям очень много энергии, сделайте его 100 раз.